Давай, короче, еретиков сейчас замутим. Подожди, подожди, я на него пробую губитель, небесную бездну замутить. А почему не могу? Теперь это в наших руках. Слушай, я не могу небесную бездну на нем замутить. Сейчас я еретиками тогда сбегаю. Укажи цель. Мы будем беспощадны. Да малые шаги. Мы будем слушать тебе, а в награду за это ты дай нам силу темную. Оружие для рабов ереси. А я вдруг Пангеоса вижу. Новое оружие для бесконечной войны. Ну я пойду разведаю местность, чё? Двигаюсь. Я погнал. Окей. Еретики, герои, матчи. Понял, значит будет больно. Понял, да, я тут все понял. А почему мы-то? А почему мы-то здесь? Алло, гараж! О-о-о-о. Игра! Игра, игра! Тихо! Я небесную бездну на него запускаю. Сейчас будет... А, будет, блин, ракового взрыва нету. А, вот, я, кстати, могу вот этим делом бонус давать. Осторожно, там сейчас... О, да ладно, вы шутите, что ли? Так, Артём, нам нужно больше мяса. Я вызову трех хищников, пусть они отстреливают его. И еще великого нечестивого. Ладно, еретиками не получилось. Можно на нормале попробовать. Шивую хер хп снесешь. О боже. В общем, я ставлю турели, пусть они его расстреливают. Засада. Я знаю, но тут хищники стоят, ты мне не даешь мой... А, это я не даю проехать хищникам. Да господи! У меня тут все забыли. Смотри, какая армия на подходе. Они просто не могут проехать. Привет! Че, только одну турель можно? Серьезно? Уж я уже не понимаю, кто где находится. На входе тусы, как будто как за нового айфона пришли. Бедняги, еретики сейчас сдохнут. Вау, суперсложная битва. Вау. Турельку он вынес. Он вынес всех! Как так? Ну нихера себе! Я еще трех хищников вызвал. Так, где я вообще? Я вообще ничего не делаю, что ли? Кстати, он поднял эту херню прямо на варе. Они слышат принижение своей смерти.
ОМГ, что это было? Он вызвал каких-то говнюков. Кстати, ретики вполне неплохие чуваки, если они будут повышать урон. Построить алтарь темных богов. Ну, построю. Тут три хищника выносят одного кроводавца, о боже. Еретики строят храм. О боже мой! Нужно даже храм выносить, что-то мы тупим. Я не знаю, что происходит, Артём. Что происходит? Я тебе поднял этого чувака. Даже демона можно лечить. Потому что он этим дыханием выносит всех. Ну, почти. So hard. Я к нему даже подойти не могу. Блин, да они все сдыхают. Какого хрена они сдыхают? А почему они сдыхают-то, я так и не понимаю. Тупость какая-то. А пузатик ждет. Да, кстати. Пузатику все равно. Что опять хищники выехали и опять. Пойду снова храм строить. Забавно. Да фак! Он опять всех вынес этим дыханием поганым. О, боже мой. Почему он только два храма еще строит? Потому что мы ему хп снесли, окей. Сейчас еще поклонение устрою. О май гад, ни хрена себе. У нас 9999 единиц влияния, Артём. 9000! Куда поехал мой танк, мать его? Что происходит? Тут, слушай, тут набегают постоянно. О, так тут есть портал хаоса. Слушай, надо вынести портал хаоса, чтобы они не приходили. Сейчас я пойду пошлю кого-нибудь. Сейчас я пойду, портал хаоса вынесу. Я надеюсь, его вынести можно. А, Варя. Вам надо ближе к нему стоять, чтобы не выносили. Нет, Артём, нельзя портал хаоса вынести. Окей. Я тогда сейчас туда трех хищников поставлю. Так, знаешь, пусть постоят. Десять тысяч лет.
В общем, сейчас никто не пройдет. Я еще турельку здесь поставлю. Они просто охереют выходить. Так, что там происходит? А что, интересное есть, нет? Так, может, тебя, может, оставим? Слушай, они сами убьют. Гоу, Дота. Я за Элифосом даже не слежу, как-то сам там. Слушай, я дредноутов сейчас накастую еще. В общем, надо стоять к нему ближе, чтобы он не выносил. Обочки. Не поднимай меня. Я так вам полезнее даже. ОМГ, какой он скучный, капец. Я сейчас кроводавцами и кроводавцев буду мочить, а? 4 кроводавца, я думаю, хватит. У тебя же увы, десантики стоят тупо, кстати. Это так. 3 дредноута, смотри. Братки. О, fuck you, игра. Помнишь, как выделить всех, все единицы одного типа? Какая горячая клавиша? Нет, нет. Или этого здесь нету? Да вы что, шутите, у них кроводавец сильнее, чем у меня. Да как так-то? У них кроводавцы сильнее, чем у нас. ОМГ, сибилизм. Твои солдаты выполняют твои приказы. Мне надоело стрячить. Кому еще можно? А, мне демона вынесли, окей. Слушай, меня сейчас вынесут, у меня там один эльфос остался. Вау. Артём, ты куда ушел? Артём ушел. О, щит. Да-да-да-да. Давай я тебя остановлю. Он затрахал выносить всех этим дыханием поганым. Из этого портала столько всякого говна выходит. Я поставлю демона на этот, на защиту. Господи, он даже этого кроводавца не может убить. Да что это за бесполезная херня такая, ну? Заряжаем ракетные установки. ОМГ. Какая бесполезная херня. Все, сейчас тут демон будет стоять, и у него два чувака... Все, поехали.
мочить этого урода. Сейчас космодесантников хаоса на ближний бой замучу. Да господи, боже мой! Затрахал он! Все, мы вынесли еще одну башню. Судя по всему. Охереть, как их много! Охереть, как их много! Я теряюсь. Я тебя поднял. Не знаю зачем, но я тебя поднял. Накастовал на него пук. Тебе лучше отойти. Почему? Потому что я кое-что поставил. На кого? Фак! Зачем? Я не могу отойти! Слушай, надо было еретиков реально кастовать. Ну, теперь можно. О май гад! Они не могут вынести грёбу! О, господи, три дредноута и один демон, этот толстый, не могут вынести двух кроводавцев. Я вот только из-за этого босса не хочу больше перепроходить эту миссию на последней сложности. Еретики! Больше еретиков! Сейчас одни еретики будут. Просто еретиков. В центре все. Улучшай их до гранат. Зачем? Просто мясо, окей. Кто там сдох? Варя сдох. Восстановим. Ты что, взрывать пошел, что ли? А нет! Они сдохли! Они все сдохли! Еще больше еретиков, понял, козел! Ой, эти тоже сдохли! Слушай, почему не сдыхают? Там остаточный эффект какой-то остается, что ли? О боже мой, какой дебилизм! Я тебя подниму, так и быть. Сзади еще идут два кроводавца. Ой, я принес в жертву все союзные отряды еретиков, и поэтому сейчас из них выйдет какая-то херня. Ни хера себе. Из них должны были выйти кровопускатели. А, вот кроводавец вышел, окей. Вау, целый один кроводавец. Ни хрена себе там. Набегала, ты видел? Еще больше еретиков! Мор! Так, Варю, осадовлю. Мор еретиков! Мор! Поднял тебя. Вот они на полном серьезе это делали, да? Вот на полном серьезе. Такая тупость, ужас. Ой, он снова вызвал. Поставим ближний бой и подрывай. А, окей. Я просто вблизи, вблизи подойду и все. Сначала надо убрать здание. Говоришь подрывать, ну ладно.
подрываю. Так тут один еретик взрывается, а не все. А-а-а. Да, просто близь подойти, слушай. Просто подходи близь и все. Серьезно, просто вблизи не мочит. Просто мочим его вблизи и все. О боже. Мор еретиков, мор! Поднял тебе, колдуна. Мор! Мор! У меня до 30 FPS все просело, 29! Мор! Слушай, я по-прежнему еретиков не убил, он, который стоят рядом с ним и поклоняется. А-а-а, что происходит? Во. Ой, надо отойти от него, надо вынести эту херню. Holy shit! Ой, мы его победили. Такая тупость. Продолжай пить. Шанс открыть шельвар, чтобы вырвать его из этого мира. О нет, Артём сдох, надо поднять. Этой победы мы обязаны еретикам. Обрушили на него мощь небесной бездны. А, во-во-во. Чего ты ждешь? Изгоняй этого демона, чтобы я исполнил свой договор с Абаддоном. Еретики сила. Или еретики. Да не важно. Как Гелос валяется. Кажется, этот перестал работать. Могу я напомнить, что в секторе прямо сейчас творится экстерминатус? Что ты собираешься делать? Ничего не собираюсь. Пусть экстерминатус идет своим чередом. Души кровавых воронов принадлежат вам, воитель Абаддон. То есть Ангела сдох, и все? Хаос. Вау, вот это финальная миссия. Просто... просто эпик. 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 О боже. Финальных роликов-то хоть будет или сразу титры? Отчет для Центуруса. Вау, сразу три ачивки. 29, тета 1. Внеочередное сообщение для инквизитора. 6 ачивок. Сообщение от Адрасти. Экстерминатус субсектора Аврелий завершен. Флот уже отбыл. Но я боюсь, что их задача открыла задачу для нас. Мои прислужники получили сигнал о помощи от капитана кровавых воронов Габриэля Ангелоса.
Это все? Серьезно, это вся концовка? It's over. О, боже мой. Блин, даже ролик не показывает сейчас слева. Ну что за говно? Или показывает? Ой, показывает. Неплохой арт. Тут есть женщина в шляпе. И какой-то этот... И пехотинец в русской шапке. Он больше похож на это... На сову какую-то. Слева. Представьте сову, сову в шляпе. Не, ну по крайней мере у имперской гвардии есть баба, видишь? У них есть баба нормальная с титьками. Не то, что у эльдаров. А у кого еще есть баба? Ну у орков точно нет баб. Давай так, у хаоса есть бабы? Вроде нет. Ну может быть демон. Тут непонятно еще не совсем. У эльдаров все бабы, даже пауки варпа бабы. У Тау есть бабы? Какая-то слишком не бабская игра. Теперь понятно, почему девочек не привлекает она. Черт. Нет, ну надо же посмотреть разок эти титры. По-любому там что-то есть. Вот, есть дев-тестер. Дев-тест-инженер. Дополнительный тест. Нарративный дизайн. Ой. Тут прикольные ролики, как Шкворень дерется с этим... с лордом. Вот бы они меняли зависимости от этого, от прохождений. Было бы круто, а так они одинаковые. Я так и не понял, тот демон, которого вызвали в конце первого Dawn of War, про которого больше ничего не говорили, это он и был или нет? Нет, вроде. Блин, а что тогда с ним случилось-то? Как мне узнать? Хочу узнать конец истории, который был в первом Dawn of War. Отстой. Отстой, они отстойники просто. Взяли и забыли ту историю, эту историю показали. Грустный. Грустный пехотинец. Гвардеец. Убитых тысячи. Мне даже интересно, кто бесполезнее? Гвардейцы или еретики? Еретики. Еретики могут взрывать, так что думаю, все-таки гвардейцы. Нет. Ну вот. А гвардейцев можно убивать, чтобы повысить боевой дух. Так что здесь как бы тут уже. What the fuck? Что это? Вот это мне зачем? Артём, в мои титры вселился демон. У кого-то на пузе растет голова. О боже мой. Окей, это процесс разработки. То есть нам показали количество полигонов, дерьмовое количество полигонов. Ну все, Dawn of War 3 станет боевиком. Интересно, это они записывали, у них глючило, или у меня во время катсцены заглючило? То, что показывали. Рецепционист. Почему такие долгие титры? О, voice cast. Кто Ангелос озвучивал? Банши, Елену и Видящую озвучивала одна и та же баба. Как так? У нас, видимо, просто одна баба всех озвучивала, вообще всех. Голос бога хаоса. Диамет. Разум... Прикинь, даже кто-то разум Улья озвучил. Окей. Ой, прикинь, тут демон сражается с аватаром. Ага, ща. А, ну аватар убил, окей. Демона хаоса. На самом деле, это все из-за сложности. Если играли бы на нормальной сложности, было бы адекватно. А так... Бред. А так очень дебилизм какой-то. Последняя миссия особенно. И вот у меня самый главный вопрос. Как проходить эту кампанию, играя за имперскую гвардию? Они же там вообще ничего не могут. Может, у них герои клевые? Да там, в принципе, если задонатил, то все клевые. Ты задонатил, кстати, за кого-нибудь? Или ты весь пак купил вообще? Не. Как так? Гол тогда за эльдаров проходить на низкие сложности, чтобы унизить.
знаю, сделали бы они более-менее поразнообразнее, что ли. А тут одна и та же компания. Проходить ее за... Блин, это даже в этом, в плане сюжета как-то глупо. Ой. Слушай, да, что-то у этой, у инквизиторши прикольно есть. Вон она какую-то херню закастовала только что в титрах. Ну а еще поддержка неплохая, наверное, с воздуха. У имперской гвардии. Могут себе позволить. И знаешь, что символично? Под конец титров шли одни китайцы. Такие, знаешь, Жонглюнь хинь хунь хват. Релик. Это типа этапы разработки, видимо. Ну мы типа в курсе. Вот мне больше всего нравится то, что слева сверху. Самый прикольный вариант. Уе. О, господи, еще титры? Серьезно? А почему тут титры THQ? THQ уже не существует. Они, главное, взяли, когда Sega купила права, через несколько месяцев взяли, вырезали при помощи патча лого THQ из вступления, и вроде как должны были добавить Sega, но что-то пошло не так. И, в общем, вроде как файл с этим, с лого Sega есть, но он не воспроизводится при загрузке. То есть, они где-то облажались очень сильно. И Sega, вроде как лого Sega есть на загрузочном экране, но... Самого ролика с лого нету. Капец. Буду смотреть на то, чего не существует. THQ XDG. Вот, в общем, надо было прям покупать по две копии всем этого Вархаммера, чтобы поддержать THQ. Да нет, я вообще не понимаю, вроде у них успешные игры были, вроде бы игры по лицензии были, вроде бы выпускали и все ок. Продавалось у них, но херак и они банкротились. Какого хера? По-любому там кто-то это распиливал бюджет или там вывозил в офшор куда-нибудь. Ну что я вот не верю то, что, допустим, Activision может выпускать одну игру в год, ладно, две игры в год, которые приносят более-менее бабла, и выживать, выпуская всяческое дерьмо. А люди, которые выпускают более-менее игры, которые продаются, и у которых тысячи фанатов есть, не может, блин, выжить. Еще до кучи, когда у них был этот франчайз WWE, по нему игры выпускали, и там нехило он продавался. Короче, где-то там что-то по-любому вывезли деньги или еще чем-нибудь, или специально закрыли. У нас нет денег. Идите в жопу. Боже мой, эти титры будут длиться, наверное, дольше последней битвы. Надо будет, кстати, засечь время, сколько мы проходили последнюю битву, дольше самого уровня или нет. Вообще это бред. В общем, не зря я не проходил эту игру. Потому что она такая интересная. Второе прохождение отменяется. Да нет? Ты точно уверен, то, что хочешь на последней сложности пройти? Может, все-таки давай на средней? Лучше не на последней. Можно на второй. Да, либо давай. На третий. Давай еще ты создашь. Воу-воу-воу. Ты чё, я ачивки хочу за кооп, тихо, я ачивки хочу ну за да. кооп. Да мы по-быстрому сейчас, я за сколько, мы за сколько проходили? Сейчас, подожди. 18, ну... Ну часов за 8-то мы прошли, на нормале мы пробежим часа за 4. Если еще до кучи не выполнять допы всякие. Мне хочется узнать, что в конце будет говорить орк. Под конец. Ну чем будет гореть? Зачем вы пришли, орки? Эээ, хорп-дорп. Вообще, какая там завязка может быть? Хорп-дорп. Можно в конце просто рубаками реально его запилить, этого Кироса.
Ну там такая тупая битва, просто серьезно. Встал к нему поближе, и все, ты не подыхаешь. И все. О боже мой! Games Workshop теперь на экране, просто я сейчас обосру... О, спасибо, они закончились. Сейчас еще титры Сеги пойдут. О, не. House Rising Team Credits. То есть, в команде, которая создавала титры, что ли, сейчас выписываются титры, окей? А потом еще команде, которая создавала титры, которая создавала титры, будут титры. О боже. Оооо. Senior Sound and Speech Design. Не, ну вдруг в конце что-нибудь есть, я просто не хочу скипать. А вот так вот проскипаешь, как, например, в первом эпизоде пятого сезона The Walking Dead титры, и, в общем, не узнаешь самого интересного за весь эпизод. Так и тут тоже. Вдруг сейчас 5 секунд такой катсцены будут, которые заставят задонатить почку на Warhammer 40 тысяч Dawn of War 3. О, не заканчивается. Кстати, ачивку за кооп тебе тоже дали. Да, мне дали почему-то. А за 6 миссий в коопе не давали. За миссию в коопе и за 6 миссий в коопе не дали, а вот за полную кампанию дали. Я такой, what? Ну ладно. Ну неплохо так 6 ачивок за раз. И, в принципе, что-то как-то легко было. Как-то даже легче, чем в Chaos Rising. В Chaos Rising понятно, почему легко было, мы были прокачанными. А здесь-то что-то как-то вообще непонятно. Too easy. Сколько раз мы перепроходили миссии? 2, по-моему, да, всего лишь? Ну, то есть да. Заваливали. И то из-за какой-то глупости, по-моему. А, один раз ты меня завалил дредноутом. Первый раз это был танк, который испускает здоровую жидкость. Ну это глупость была. Ну чё, приехал, всех убил. Миссия на корабле была. На суде ворона. А, ну да. Да-да-да. А где... Ты когда меня забивал дредноутом, по-моему, мы там выжили, окей. Да-да-да. Ну, это как раз та миссия, где был тот самый танк. Там вообще было фейл. Большая миссия фейл, там... А, нет. Самая тупая миссия там, где за эльдарами пришлось гоняться по всей карте. Они не заканчивались. Спасибо AMD, Nvidia, Intel. Ну просто охренеть. Вот просто... А сейчас какой-то там производитель консоли Zeebo такой сидит, а почему мне не сказали спасибо? И обиделся. Или как это называется? Да неважно. Еще всякие консоли построены на андроиде, типа UI. Уя. Потрясающая консоль. Не знаю, нахера ее делали. Кто будет брать консоль для телевизора, чтобы играть в игры, которые можно поиграть на телефоне или на планшете, которые стоят столько же, который можно купить за такую же цену, сколько и эта консоль. Я вообще не понимаю, какой-то дебилизм придумали. Хотя нет, она, по-моему, $100 стоит. Можно ли купить планшет за $100? Ну ладно, за 150 плюс еще доставка. Можно. Дигму какую-нибудь. Ну я точно знаю, Lenovo можно взять за 1004, может 5. Вроде неплохая штука. Так подтыкать. Нет. Не особо. Ты уже на iPod'ы подсел там, да? iPod, какой iPod? Да. iPad'ы. iPad'ы. У меня еще мышка торчит. Какого хрена мышку нельзя было убрать, если она не двигается? У меня такое ощущение, сейчас у меня экран быстрее потушится от бездействия, потому что эти титры никак не закончатся. Боже мой, еще больше тестеров. А там есть Абьещек Ядав, Раж Бальян, Сулини Наг, Сумит Нагар. Они работали за еду, видимо. А некоторым тестерам даже не дописали имена. Вот там есть Картик Кей. THQ Publishing. О, может быть, наконец-то закончится. Даже тому, кто сделал мануал, надо выписать титры. Особые спасибо. Просто потому, что некуда было упоминать их.
О боже мой! Теперь из Games Workshop снова! Что-то там начали домашних животных упоминать и родственников. Я что-то не заметил этого, у тебя, видимо, титры идут вперед. О боже мой, геймдизайн и баланс! У вас нет баланса! Я уже вышел давно. Окей. А я до сих пор смотрю. Дополнительный дизайн, программинг, ведущий программист. Слушай, реально, если столько людей работало над такой одной игрой, то я не удивлен, то, что THQ разорились. Они реально не могли распределить ресурсы. Там над каким-нибудь Шреком 2 работают 10 человек. В принципе, там тоже столько же труда, наверное, вложили, как и в это дополнение. Ну, блин, они же взяли и скопировали этот Last Stand из Chaos Rising. Потом мультиплеер тоже же оттуда же взяли почти. Ну, баланса немножко ввели, ну, там, новый юнит и прочее. Поменяли немножко циферки. Просто основываясь на том, что им говорят фанаты и игроки. И добавили кампанию из 16 миссий за 6 раз, которые проходятся практически одинаково. И чё? И вот столько людей это делали, да вы серьезно что ли? Они... Тут 50 аниматоров, да вы чутите, что ли? У кого-то фамилия сын. Знаешь, тут будет «Hey, son!» Постоянно там конь дедушка сидит с внуком и говорит «Hey, son!» А тут этот чувак оборачивается в кафе «Да вы за...» Дау Десвилл. Кирначан. Теперь тестинг разработки идет, о боже мой. Теперь про локализацию. Тестеры локализации. О, теперь от Relic Studio пошел генеральный менеджер. О боже мой. Финансы, директор финансов. Контролер. Нет, Артём, когда говорят о питомцах, о детях и так далее, это хороший знак, это значит то, что титры заканчиваются. Но я не увидел. То ничего, боже мой. Ладно. Ладно, рекорд в 17 минут титров Assassin's Creed не побит пока что. Или побит, я даже не знаю. Не вряд ли. По-моему, побит, по-моему, они уже 15 минут идут. Ну там, здесь-то ладно, большим 11 шрифтом. Минут. 11. 11. Здесь-то большим шрифтом, ладно, а там-то еще и не на весь экран, там-то мелким шрифтом, ну примерно с такой же скоростью. И я такой сидел, твою мать, когда они закончатся. Вот вонючий Call of Duty Modern Warfare первый. Там, если не посмотреть титры, то ты миссию пропускаешь целую в самолете. Вот я после него во всех играх титры смотрю почти, если, конечно, игра интересная. Синдром Call of Duty. Да. Я за последний год только, по-моему, не посмотрел титры в вонючем Thief. Но потом, просто потому, что если бы там была дополнительная миссия, я бы не выдержал. Если бы там еще дополнительная миссия была. Фаааак, оно не закончится. Electronic Software Distribution Team. У меня такое чувство, что титры зациклились. Submission... Submission Coordinators. Что? Координаторы захвата? Знаешь, такой... Главное написать там Стивен Сигал. Submission. Ну это, наверное, какой-то особый там есть перевод. Но это еще захват. О боже мой, THQ Publishing пошел. Они не могли из титров вырезать все лишнее, а? Вот все про THQ. Джефф Пук есть, нормально. Дональд Дейли. Дневной Дональд. О боже мой. Какие фамилии. Кирк Самдей. Боже, Шеннон Доннелли. Но они бы что-нибудь прикольное засунули. Дэйв Кулациопо. У него фамилия звучит как болезнь. Instruction Manual of Base Productions. Просто... Это, наверное, фамилии, имя такие. Of Base Productions. Еще раз особое спасибо. О, THQ Europe пошел, пошла, окей. Уже лучше. Потом будет THQ Азия, THQ Австралия, там, не знаю, THQ... Индия. THQ Пингвины. О боже мой. Директор по маркетингу Испании.
У меня уже музыка играет третий раз, по-моему. Кончайся. Особое спасибо, Жюльен Сокьет Клярк. Артём, ты накаркал! Тичкуэйзи Пасифик! Япона мать! Почему я должен смотреть на титры того, что не существует? Внешние партнеры. О! Фу! Games Workshop опять. С особым спасибо. CG Intro Cinematic. Созданный PlayStick Wax. Ведущий специалист по свету, рендерингу, Бон Малтер. Охереть. Слушай, ну это же звездец, ну столько людей ни над одним фильмом не работает большим. Не, ну серьезно, ну это же просто капец. Я не верю, что в эту игру столько... На эту игру столько людей отправили. О, они еще и на аутсорсинг отправляли эту игру. Ну теперь понятно, THQ, куда у вас деньги девались. В общем, у них нерациональное распределение бюджета было. Дали бы каким-нибудь индийцам, они бы там за $10 в день бы создали вам отличный аддон. О, пошли. О, фу. Пошли длинные титры, в которых нет больших букв и в которых нет каких-то там званий этих. Скажи, я скажу. Должностей. Во! Пошло про музыку, во-во-во. Про ререкординг трейлера. И особое спасибо Nvidia пошли. Zlip. Онлайн. Комьюнити онлайн. О, и все сайты перечислены. Неогафу даже спасибо. Penny Arcade! Нихера себе, форум с CSGO-сайте.org. И Хамаку спасибо. И знаешь, что самое пинок под жопу в конце? Лучше всего играть на Alienware. Что такое Alienware? Я даже не знаю. И они выписывают спасибо всем друзьям, семьям и фанам. Мы сделали эту игру, бла-бла-бла, спасибо за ваш... Все, оно закончилось. Так, и в конце, естественно, из THQ не убрали. Да, THQ не убрали в конце. Из титров. О боже мой, это закончилось. И ничего в конце не показали. Fuck you. Fuck you, THQ.